Дорогие наши друзья, сегодня рано утром один из российских сайтов, один из первых, сообщил нам трагическую новость. Все помнят российского актера Анатолия Васильева, который снимался в роли Юрия Анатольевича в сериале «Сваты». Сегодня рано утром о нем пришла ужасная новость. В час ночи Анатолий Васильев в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц города, где сейчас находится в коме. Его супруга нашла его на кухне, лежачим на полу. Она увидела, что он долго не идет в спальню. Когда пошла и увидела его лежачим на полу, сразу же вызвала скорую помощь, на которой он был доставлен в одну из больниц города. Сейчас он находится в больнице. Информации, друзья, очень мало, мы следим за развитием событий, так как больше не с кем поговорить, чтобы взять интервью о том, что с ним случилось на самом деле. И как это все происходило? Давайте, друзья, мы будем надеяться, что с Анатолием Васильевым все будет хорошо. Будем надеяться, что наши медики ему окажут всяческую помощь. Поддержите, друзья, нас. Поддержите наш YouTube-канал, на котором каждое утро у нас выходят свежие выпуски. До скорой встречи, дорогие друзья, на нашем YouTube-канале.